Сотрудники МБУ «Зеленстрой» продолжают вести сезонные работы по благоустройству. В парках и скверах убирают опавшую листву, продолжают обрезку деревьев. Также в эти дни всегда проходит высадка луковиц-тюльпанов, чтобы в первых числах мая яркие цветы появились на клумбах в общественных зонах города. В этом году будет высажено больше 88 тысяч тюльпанов на площади порядка 1700 квадратных метров. Мы высаживаем три сорта тюльпанов – Strong Gold, Strong Love и сорт Барракуда – красный, желтый и фиолетовый по цвету сорта. Клумбы планируется сделать как однотонными, так и двух-трехцветными. Кроме того, в парках и скверах города продолжаются и другие работы по благоустройству.